Пародия на транзисторный приемчик. Синтяо, как баньва, как дон течунта, и чан тези как... Вернувшись в прошлую пятницу из командировки, инженер Петров обнаружил у себя дома снежного человека. Лохматое существо забилось под кровать, ни за что не хочет вылезать оттуда, охотно принимает пищу из рук жены и отзывается на кличку Зураб. Это... Наиш фиалема ласуат, улекин муакифна мина ласуат тихтелив. Поет народный артист Советского Союза Иосиф. Диоида не растет, трава зимою полива. Положите на пояс, левую ногу согните в колени и в таком положении. Прослушайте краткую сводку новостей дня. Большую партию компьютеров получил вчера со склада дворник Герасим. Будучи от рождения глухонемым, он понуро сидел в своей каморке и думал, как ему выдвинуть свою кандидатуру на пост президента. И ученые на основе одного биологического вида выхухоли, вывели два подвида. Нахухоль и похухоль. Животная смена защитника бросок есть шайба. Говорит Казань. Казанску время 3 часа, может быть, половина четвертого. Dreite Zähne aus Japan von den echten nicht zu unterscheiden. Die Hälfte von der Kapitalzahnschmerzen ist voll gehandelt. Уважаемая редакция «Голос России», и убедительно прошу вас исполнить песню ко дню рождения моего мужа. К сожалению, не помню автора этой песни, не помню композитора этой песни, не помню, кто исполнял эту песню. Из всей песни запомнил только 3 строчки. В ромашках спрятались, сняла решительно, а он не попросил. Я всегда... Детская кондитерская фабрика освоила випуск новых экспере ментальных конфет для ее пассажиров. Конфета сохраняется во рту 6 месяцев с момента взлета. Мы также заготовили... Чак ты, санитар! Горит и показывает Липецк. Продолжаем трансляцию праздничного новогоднего концерта.